Всем привет! В столице появятся виртуальные карты «Тройка» в 2020 году. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена, первые тестовые работы пройдут в первом полугодии следующего года, а реальное использование будет возможно к концу года. Для использования виртуальной карты достаточно будет поднести телефон к турникету. Сообщается, что стоимость оплаты проезда при нововведениях останется неизменной, а виртуальная версия будет поддерживать все типы билетов. В пресс-службе объяснили, что при пополнении такой карты ее не придется валидировать у желтых турникетов. Отмечается, что сейчас по тройке возможен не только проезд на общественном транспорте, но и оплата около 50 городских сервисов. На этом у меня пока все, а еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!